куда-то. Грузим сейф CL390KE 285 килограмм погрузчиком. Честно сказать, телефон погрузчика, если что-то ему надо. Я слабо себе представляю, как это все будет происходить. Вот как-то так. Теперь это все надо стропалить. Вот сейчас застропалим. Ай-яй-яй-яй-яй. Покупайте надежные фирмы, сейфы, капитал, сталь фирмы. Доставляем по Украине, обслуживаем. Производим аварийное вскрытие, ремонт, сервисное обслуживание, доставку. В общем, любой каприз за ваши деньги. Что? А вот где написано CL90KE. Где бирка? Охренеть, блин. Обожаю шоу-бизнес. Можно сказать, что это, ребята, довольно-таки надежный сейф. Подобную модель пытались скрыть. Ничего не вышло, поэтому мы можем смело предлагать установки этот сейф для хранения денег, ценностей, других важных бумаг. Сейчас он уже приземлится, буду спокойно. Качает, ну это нормальное явление. Это хорошо, что сегодня ветра нету. Знали, что при сильном ветре нельзя проводить погрузку.